Всем привет! Канал Ирина Цветики. Хозяюшки смотрят свои покупочки. Ну и все, кто интересуется этим тоже. Но я смотрю, просто просмотров меньше. Ну, наверное, не всем интересны обзоры. Ну, кому-то обзоры интересны, а кому-то нравится. Вот. Ну, покупки я показываю перед отправкой. Ну, стараюсь во всяком случае. Ну, вот уже у меня собралось за 3 дня. Покупочки, многие из них уезжают, поэтому я буду показывать. Вот Galaxy беглепчик. Ну да, их везде сейчас было много, везде встречаются, но цены очень разнятся. И вот в Миксе мне удалось найти. И его забирают. Потому что орхидеи очень дорого стоят. Но я вот посмотрела, смотрите, какой растущий корешочек. Какие корни. Ну и цена. Ну, не в 2 раза. Ну, есть и в 2 раза почти дороже. Почти. Ну, он красавец, безусловно. Вот сейчас город наводнился ими, ну, вот так, чтобы пойти и купить. Нет, они периодически появляются. Их быстренько разбирают. Мне вот еще сегодня попросили один найти, естественно, подешевле. Ну, подешевле, конечно, хочется. Я вот вам сейчас покажу следующую орхидею, которая подороже. Ну, просто времени ждать, говорят, уже нет. Потому что наступают холода, это вот далековато. Посмотрите, какая она. Ну вот, наверное, самая дорогая из этих покупок. Лека Фантастик. Ой, как тут вот. Ну, метровый цветонос. Правда, один, несколько веточек. Яркие цветы, все это хорошо. Но посмотрите, какая богатая розетка. Тут я их упаковала, когда везла. Ну вот, не красавец ли он, скажите? Красавец и крепыш, и он перенесет дорогу хорошо и будет расти, цвести и радовать свою хозяйку. Ну, я надеюсь на это. Конечно, я... Ой, все-таки мы кого-то зацепили своей красотой. Сейчас поправлю. Конечно, я утеплю уже. Там 2 орхидейки у меня сегодня в дальние края. Ну, завтра. Ну, вы будете смотреть уже сегодня. Я уже по привычке говорю сегодня. Потому что снимаю ночью. Сейчас их буду упаковывать. И завтра утром отправлять. Ну, она стоит того, конечно. Вот, к примеру, уценочка Монако. Но это не совсем уценка. Скажем, ее еще не довели до ручки. Просто скидку сделали. Но она хорошенькая пока. Если, как просят, вот мне по 400 рублей, там, ну, до 1000. Это уже совсем убитенькие, совсем не для пересылки. Тем более в дальние края, куда-то подальше. То есть, если вот рядом с Краснодаром по краю, еще туда-сюда, там дня 3 она дойдет. Потом ее отпаивать, отмачивать, эпином ее от стресса лечить. Возможно. А куда-то далеко посылать, чтобы она лежала на пересылках, то в жару, то где-то прохладнее. Ну, есть шанс, да, что дойдет нормально. Но много шансов, что она не выдержит такого стресса и пропадет. Есть вот орхидеи, они как впадают в ступор. Но это особенности. Почему им возможно вот так их отсылать на дальние расстояния. Так, это бумажечка для Монако. Ну, вот такой красавец поедет завтра домой. Ой, мы его повернули. Он там подтолкнул другую орхидейку. Такой красавец. Да, еще у меня спрашивали. Ну, дорогой, да. Дорогой, больше 2000. Но зато он
Смотрите, какой отборный. Еще несколько красавцев. Вот зеленое яблоко. Ну, оно зеленое-зеленое. Ну, высвечивает, конечно, вот с блеском. У него даже губа такая зеленая, а тут смотрится желтый. Много бутонов. Но я надеюсь на них, что они сохранятся все-таки. Слегка вот она прижатая, помятая, потому что смотрите, сколько у нее бутонов, сколько веточек. И они были все сжаты в пакете. Я вот только сняла пакет. И они все целенькие. Мы ее запакуем и даст Бог, дойдет она хорошо. Порадует свою хозяйку. Кстати, взрослые дети вот заказывают своим родителям. Ну, мама написала, попросила, а дочка взяла на себя вот оплату маме. Apple, да? Ну, вот Green Apple. Ну, что-то вот стерто, непонятно. Ну, по-моему, это зеленое яблоко, по моему опыту. Вот корешочки, она сухенькая, что хорошо в такой погоде, как сейчас. Ну, правда, ночью у нас прохладненько уже, а днем 25, даже к 30 на солнышке подходит. Вот такие. Завтра поедет хозяйке. Надеюсь, уже будет не жарко в дороге сохранить бутончики. Покажу малышку и уберу желтый шоколад. Вот крапушки почти не видно, прям светит, светит. Заказывали еще одну такую лаковую темную. Но ее, к сожалению, уже не было. Подразобрали их. Вот один шоколад остался. Уже несколько. Ну, неплохого качества. Смотрите, крепенько сидит. Держится. Корешочки. Ну, слегка еще мокренький. Ну и как бы хорошо. Пусть постоит. Я поищу вторую. Ее напарницу такую лаковую, черную. Орхидейку. Тоже миничку. Ой. Она такая яркая. Вот, я не знаю. Выключу. Вот. Она яркая-яркая. Такая, что аж светит, отражает вспышку. Не дает настоящего цвета. Вот так темноватенько, тоже нет яркости. Еще вот такая красавица. Ну, вот, простите, забыла посмотреть я ее название. Тоже стали они появляться в последнее время. Первую я очень долго искала, ездила там все бау-центры, обшарила. Там было в миксе несколько, две штуки, по-моему. Одну мне удалось найти, купить. А теперь вот привезли еще. Эффектная очень, сзади у нее темные лепестки. Вот нижние два темных и один верхний. Попросили мне купить. Биклип я так не могу найти. Второй какой заказывали в бау-центре. Не всегда можно проехать. Вот по Краснодару сейчас считают, что сезон закончился. Начали ремонтировать дороги. Все, много улиц перекрыто. Не проехать привычным путем. Вот. Поэтому с большим трудом передвигаешься по Краснодару, постоянно натыкаешься на пробки или на улицу, которую нужно объезжать. В общем, накаталась я за эти дни очень и очень. Еще по своим делам тоже была такая дальняя поездочка.
Не все магазины я успела посетить. Вот несколько у меня цветочков осталось не куплено. Тут же пенив вот второй заказывали. Вот в этой, кстати, орхидейке напарник пенив. Ну, они поедут, наверное. Не знаю, завтра. Сейчас я посмотрю, что мне ответили. Перед отправкой я сообщаю. Там что-то уточняю. Потом упаковываю орхидейки. И завтра, ну уже сегодня, утром повезу их на почту. Еще одна оценочка. Ну, в напарнике мы купили ее, выбрали там на рынке. Ну, потрепанная жизнью. Ну, да, дешевле. Такая лимонная с переливами вот. С оранжевым язычком. Ну, по мне так она нежная. Просили яркую. Вот. Но потом созвонились. Она говорит, лучше желтенькую. Смотрите, какая корневая. Корневая шикарная. Просто. Просто. Ну, в листьях есть заломчики. Как бы механические повреждения. Но в принципе, все нормально. Для этой оценки единственное, что, наверное, цветочки. Хотя корни хорошие, может быть, и цветочки дойдут. Но они уже, видите, подпорченные, вянут. Поэтому сделали на них скидку с такой розеткой и корневой. Ну, она могла бы за полную стоимость стоять. Ну, видимо, готовят место для новых. Хотя сейчас мало орхидей. Я вот спрашиваю девочек, говорю, а почему так не привозите орхидеи? Они говорят, а зачем они? Они никому не нужны. Так мало стали покупать орхидейки. Ну вот тоже еще одна оценочка. Ну, меня просили яркую. Я купила вот Stellenbosch. По-моему, она очень яркая. Посмотрите. Ну вот сказали, что нет, лучше желтую берите. Это я уже плавно перехожу к свободным орхидеям, которые остались свободны. Ну, это вот так получилось. Но она очень хорошая. Смотрите, у нее распускаются цветы. Держит бутоны. Розетка у нее такая хорошая. А вот слегка сломан у нее. Его даже отрывать не надо, я так думаю. Ну, вот заломился. Листочек корневая, сухая и довольно-таки богатая. Смотрите. Да, Stellenbosch. Кстати, в прошлом видео тоже, вот я когда озвучиваю, вот заклинила, но не, знаю этот цветок очень хорошо. Там тоже был этот с рваными краями Stellenbosch. Ну, смотрите, какая красота. Она свободная. Она может быть ваша. Еще две орхидейки, которые остались сиротками. Леодора. Вот смотрите, у нее даже какой-то защипчик тут один есть. Два цветочка. Большие. Ну, это скидки сделали. Не совсем оценка. Не совсем они еще засохли. Ну, я не жду до последнего, когда их будут уже по 500 рублей там выставлять, по 700 рублей. Когда уже корни все засохнут, вот уже начали плоские корни, нужно ее потихонечку отпаивать. Но есть еще толстенькие нормальные. Все у нее хорошо. Она даже цветы держит и бутоны наращивает. Вот даже за щипчиком. Ну вот она осталась без хозяйки, потому что ну, там морозы уже грядут. Ну, вот заказал человек, я купила довольно быстро. Вот она мне пишет, что у нас уже обещают морозы, это уже бесполезно посылать. Ну, я все понимаю, но это вот не коробка, которая будет лежать и ждать там. Не железка какая-нибудь, не пластмасска, это живое существо. Вот абсолютно сухое Монако. Хочет поехать, распускает последние цветы. Ну вот, старенькие вянут.
А бутоны распускаются тут же. Вот она такая довольно пышненькая. Тут даже какой-то вот не прокрас. Она тоже вот осталась свободной вместе с леодоркой. Ну, леодорку я оставила, потому что спрашивали и попросили еще монако купить. Ну, вот я монако купила. Ну, и вот так получилось, что погода внесла коррективы. И они остались без хозяйки. Две свободненькие. Ну и также вот мой прекрасный биглип. Я все хожу, любуюсь на него. Серебрится. Так его и не оплатили. Сколько не обещали, сколько не... Вот-вот, вот дойду до дома, вот это самое. Но на самом деле я не люблю таких людей, необязательных, и предпочитаю с ними не общаться. Ну вот, с другой стороны, я уже человек опытный, столько лет прожила, но бывают всякие обстоятельства в жизни. Ну, раз, ну, два. Но если это входит в систему, значит, ты просто человек такой необязательный, чтобы вот так вот. Ну, если ты не берешь, скажи нет. Я вот отказала одному человеку, спрашивали, ну, уже недельку назад. Не отдала. Говорю, ну, мне девочка сказала, что точно переведет. Она вот до этого переводила, но с большим опозданием. Я рассказывала, и через неделю, может, вспомнит обо мне, через 10 дней какие-то обстоятельства. Вот постоянно. Ну, что ж делать? Ну, вот так он и остался. Ну, останется у меня, я тоже сильно не расстроюсь. Ну, вот я взяла, ну, такая красота. Один лишненький, ну, тоже думаю, может быть, оставить. Представляете, смотрите, распускается бутон у меня. Какая красота, вертолетик такой. Очень красивый. Эффектный цветочек. Вот поверьте, что он вживую смотрится намного эффектнее, чем вот я пытаюсь его вам показать. Так, я его на голом фоне. Посмотрю, у него растет еще один цветоносик. Корневая хорошая. Правда, я не досмотрела цветоносик из точки роста. Ну, что могу сказать? Что он еще несколько лет будет у вас цвести. У меня был цветочек с одним цветоносом из точки роста. Он 2 года цвел, раза 4 из этого цветоноса еще. И цвел очень пышненько. А тут 2 больших цветоноса. Смотрите, растет уже новая веточка. То есть несколько лет он свободно будет цвести и цвести у вас. Ну, при должном уходе, конечно. Ну, потом даст детку. Хорошая корнева. Я посмотрела корешки, посмотрела вершки. Все хорошо. Ну вот этот. Или он вытянулся, он стоит второй день у меня на это. Я не видела второй цветонос. Я только сегодня, когда стала снимать пакет, увидела второй цветонос. Ну, по идее, он там, может, он за листиками как-то вот в пакете. Так все равно подрос. Его не было. Но гроздь очень красивая. Он тоже свободный. Спрашивайте, если кому-то понравился. Такая красотища. Ну и так, вот первые были заняты орхидейки, оплачены, они поедут своим хозяйкам. А вот эти 5, они свободные. Их можно купить. Всем спасибо за просмотр канала Ирина Цветики. Пока-пока. До свидания.